Главный Тверской фонтан, расположенный в центре города у цирка, пришел в плачевное состояние. Один из любимейших и самых красивых фонтанов Твери превратился из украшения города в бельмо на глазу. Эта ситуация обеспокоила жителей и гостей областной столицы. Будут ли приняты меры по его ремонту, разбирались наши корреспонденты. Татьяна с тремя детьми приехала на время отпуска в родную Тверь. Несколько лет назад ее семья переехала в Санкт-Петербург. Но родные пенаты заставляют вернуться. И вот предстоящие две недели многодетная мама будет проводить время, гуляя по Твери. Но, увы, первые впечатления после прогулки далеко не самые приятные. Фасад главного фонтана вызвал беспокойство. Хотелось бы получше, потому что с годами что-то, не скажешь, что-то сделали. Идем в горсад проверить, изменилось что там или нет. Фонтан на Тверской площади совершенно потерял презентабельный внешний вид. Практически везде отошла отделка, а в некоторых местах и вовсе отвалилась плитка. Мы за Волгой живем, на Хромово, то есть далеко. Но, однако, все равно, куда еще? Хотелось бы, чтобы красиво сделали, уютно. С ребенком сходить некуда. Вот горсад, фонтан, все стремимся в эти места. Но не хватает, чтобы облагородили, конечно. Да и территория возле сооружения оставляет желать лучшего. Плитка местами неровная, а возле люков образовались ямы, которые наполняются водой после дождя и мешают пешеходному движению. Елена с семьей тоже проведет свой отпуск в Твери. Гостям города хотелось бы видеть достопримечательности в хорошем состоянии, а не в таком, в котором они находятся сейчас. Я могу только сказать, чтобы это все было быстрее, качественно, лучше и радовало людей. Тверичане надеются, что на состояние фонтана и окружающей его территории обратят внимание и примут меры для восстановления. Отметим, что этот гидротехнический объект по договору ответственного хранения находится на балансе Тверской ресурсоснабжающей организации «Тверь-Водоканал». Мы отправили в организацию запрос, чтобы узнать, планируется ли ремонт фонтана в ближайшей перспективе.